Всем привет, дорогие друзья! Это канал Технобар Плюс, и сегодня у нас самая необычная распаковка, которая была у меня на канале за последнее время, друзья. Сегодня распаковываем камеру от компании Canon, модель EOS M50. Это очень распространенная беззеркальная камера, которая имеет ряд преимуществ, а также выгодна для ее повседневного использования, а также для блогинга, для записи видео, для фото каких-то материалов. Эта камера самый, что ни на есть, лучший выбор за свою стоимость в 2022 году. Друзья, данная камера приобреталась в магазине Comfy. Вы можете пройти по ссылке в описании и ознакомиться со спецификациями и, собственно, с ценами. Итак, друзья, что я хотел бы вам сразу же по описанию данного товара сказать. Ну, во-первых, камера идет с объективом. Объектив идет у нас эквивалент 15-45 мм. Камера с автофокусом 24,1 мегапикселя. Тип ее SMOS. Присутствует функция автофокусировки Dual Pixel. Друзья, кстати, это здесь функция реализована на безумно классном уровне. Матрица стандарта APS-C. Максимальная камера может снимать видео, как, насколько я знаю, до 30 минут ограничением, к сожалению. В значении 4К 30 кадров, вернее 4К 24 кадра в секунду. Преимущество, друзья, этой камеры еще, что здесь есть откидной дисплей. Сейчас будем разбираться, как это все выглядит. Присутствует Wi-Fi и NFC. И, ну, само собой, Bluetooth соединение. Камера выглядит вот таким образом. Не скажу, друзья, что это самый лучший вариант упаковки на подарок, но покажу вам со всех сторон. Здесь у нас указана непосредственно сама камера изображена. И, собственно, информация о ней. Комплект, цифровая камера, объектив с фокусным расстоянием 15-45 мм. На шейный ремень, зарядное устройство и аккумулятор. То, что зарядным устройством, конечно, комплектуется, это отдельный лайк компании Canon. Присутствуют еще HDMI выходы, функция Pick Bridge для того, чтобы печатать сразу фото на принтере, я так понимаю, в котором есть Wi-Fi. Итак, друзья, давайте распаковывать. Вот таким интересным образом сверху выглядит у нас коробка. Открываем. Да, друзья, все-таки на подарок очень интересный вариант. Кто намечает себе купить отличную фото- и видеокамеру, это, как на мой взгляд, лучший вариант. И самые лучшие цены в магазине Comfy, конечно же, друзья. Это все для жителей Украины. Гарантия официальная на нее 1 год. Итак, друзья, во-первых, я вижу, что есть тут и на русском, и на украинском, и на английском языке инструкции. Кому интересно, я лично по инструкциям не привык разбираться. Кстати, сразу же я вижу информацию непосредственно по сайту Canon. Можно перейти, отсканировав баркод. Итак, друзья, что же у нас в коробке сразу же представлено? А представлено у нас следующее. Во-первых, зарядное устройство. Вот так оно выглядит достаточно неплохо. Конечно же, Китай. Сюда вставляется одна батарея. И что нравится, друзья, сразу же, что понятным языком написано. Ну, понятно, что Canon Battery Charger, зарядное устройство для батареи Canon. Когда зарядка идет, горит зеленым светодиодик вот этот charge. И когда батарея уже зарядилась, горит зеленый, тут желтый светодиод, а зеленый уже горит full. То есть говорит о том, что батарея полная. Присутствует еще кабель для подключения. Так, пока убираем это в сторонку. Объектив, друзья, сразу же продемонстрирую вам. Сегодня у нас распаковка, первые впечатления от этой камеры, друзья. Обзор еще полный впереди. Объектив вот таким образом выглядит у нас. Все солидно, друзья, все серьезно. Крышка объектива будет сниматься в последний момент, когда наш объектив непосредственно уже надо будет. Вот таким образом все выглядит. Покажу. Made in Taiwan объектив.
Вы знаете, на первое время вам должно этого объектива по идее хватить. И насколько я понимаю, подавляющему большинству пользователей этого объектива хватит. Камера. Камеру пока убираем в сторонку. Она в такой пупырчатой пленочке. Сам кабель зарядки. Для зарядного устройства нашего сейчас сразу же проверим, насколько с этим тут у нас обстоят дела. Зарядный кабель у нас вот такого довольно-таки крутого качества. Длина его 1,30 м. Как вы можете видеть, все тут и защита присутствует. Все фирменное, к сборке претензий нет. Ну, вы знаете, честно говоря, друзья, эти кабели, они, которые к зарядным устройствам, они редко когда ломаются, редко когда портятся. Но, тем не менее, друзья, вы можете какой-то сторонний кабель подключить. Я думаю, особо ничего не изменится. Итак, присутствует вот такой ремешок, друзья, еще на шейный. Довольно-таки неплохое исполнение. Все качественно. Ремешок фирменный, как вы можете видеть, Canon, правда, Made in China. Насколько он прочный, все еще будет проверяться. Модель сразу же EOS и название непосредственно самого бренда Canon. Честно говоря, не знаю, что тут за ремешок, но, по крайней мере, производит впечатление. Что касается запаха, запаха вообще нет у этого ремешка, поэтому каким-то серьезным подвальным Китаем не отдает. Но это оригинальный аппарат, поэтому, друзья, однозначно хочу заметить тот нюанс, что так, здесь у нас ничего нет. Нет, здесь уже по бокам ничего нет, это пустышки. И аккумулятор, друзья, сразу же проверяем аккумулятор, что он из себя представляет. Есть заглушечка такая для контактов. Так, вот таким образом это все выглядит. Медные контакты. Сейчас будем, естественно, сразу же проверять наш аккумулятор. Пока всю эту макулатуру складируем. Ремешок. Также убираем это все дело в сторонку. Аккумулятор оставляем. Итак, друзья, теперь пришло дело рассмотреть непосредственно саму камеру. 952 пакетика она упакована, друзья. И сразу же мне интересно бы, хотелось бы знать. Да. Это действительно уже все очень серьезно. На данную камеру, друзья, будут примеры контента. Что хотелось бы отметить сразу же, друзья? Ну, во-первых, присутствует у нас разъем, я так понимаю, под микрофон внешний. Как это дело все подковырнуть, честно говоря, пока не знаю. Но, дабы вам продемонстрировать, ногтей у меня, к сожалению, нет. Но, тем не менее, друзья, есть выход под внешний микрофон. Метка NFC сразу же, дабы коннектить эту камеру к смартфону. Видоискатель. Видоискатель прорезиненный. Довольно-таки крутого качества. Все, друзья, здесь, я так понимаю, стоят сенсоры, дабы камера понимала, что вы приложили сюда глаз и смотрите, чтобы переключать с экрана на видоискатель. Бренд Canon. Что касается вспышки, она, друзья, здесь должна быть. И по идее она, ага, вот таким образом она открывается и опускается. То есть поближе покажу. И по запаху, друзья, вы знаете, ну практически нет никакого запаха. То есть Китаем здесь особо не пахнет. Здесь стоит заглушечка под башмак для вспышки. Вот таким образом все. Кнопки переключения режимов. On, off, то есть включить, отключить. Я так понимаю, здесь кнопка переключения настроек. Мануальная. Кнопка включения, отключения видео. Воспроизведение, меню. Справа здесь, друзья, у нас идет разъем HDMI. Кстати, мне интересно, хотелось бы знать, а каким образом здесь этот HDMI подключается, если его нет просто в комплекте этого кабеля. Я так понимаю, здесь есть и микро USB.
также можно передавать информацию на компьютер. Ну, для этого HDMI, я так понимаю, что и не нужен. Кнопка включения-выключения Wi-Fi. И, соответственно, вот так выглядит наша камера. Я так понимаю, это для подключения лазерный автофокус. Разъемы для отверстия для микрофонов. И что касается экрана, друзья, теперь давайте рассмотрим поближе всю эту красоту. Ну, вот так это все выглядит. Вот эти нюансы, друзья, мне не нравятся однозначно. Видите, да? Но тем не менее, как есть, сразу же все фиксирую на камеру. Вот таким образом. Возможно, проверяли, естественно, этот аппарат, поэтому экран, как вы можете видеть, вот таким образом можно сделать. И, соответственно, регулировать на нем всю информацию. Внизу у нас отсек для карт памяти, а также для нашего аккумулятора. Карта памяти, к сожалению, друзья, здесь идет не microSD, а конкретно SD-переходник. Вот таким образом все выглядит. Сразу же вставляем карту памяти 10 класса мою на Kingston Canvas Go. Так, собираем все это дело и вставляем контактами сюда. Так, есть аккумулятор. Сразу же тоже вставляем. Как я понимаю, вот таким образом. И фиксируется он. Очень, друзья, удачное решение вот таким образом, когда фиксируется аккумулятор. Не нужно какие-то отгибать крючки. Вот так это все выглядит. Что касается аккумулятора, я так понимаю, что он разряжен. Это, конечно, плохо. Хотя, нет, аккумулятор, друзья, не разряжен. Итак, время пришло вставить наш объектив в байонет. Да, друзья, это все очень и очень круто выглядит. Я вам хочу сказать, что матрица тут очень крутая. Как вы можете видеть, более детальный, скажем так, обзор матрицы у нас будет, опять же, в полном обзоре камеры. Вставляем наш байонет. И... все выглядит. Да, показываю поближе, друзья. Очень все круто, очень все серьезно. Да. Так, теперь включаем снова. Здесь необходимо сенсорный, во-первых, экран. Сегодня у нас 20 число 2022 года, 20 января 2022 год. Так, время, когда это все делаю, 21:15. Меню достаточно понятное здесь у нас. Очень чувствительный, кстати, экран. Часовой пояс. Каир, Москва. Не буду сейчас выставлять. Хотя, может быть, и найду все-таки Украину. Или Киев. Нет, к сожалению, друзья, нет такого здесь.
Ну, пусть будет Лондон. Хорошо. Окей. Окей. И сразу же сдвиньте переключатель объектива в направлении и, не отпуская, поверните объектив. Угу. Вот таким образом у нас производится вся эта фокусировка. Батарея сейчас разрядится, поэтому необходимо, друзья, будет эту батарею зарядить. И вот так можно с экраном работать. Да, круто очень все выглядит, друзья. Что у нас по автофокусу? Да, автофокус, кстати, друзья, неплохо перестраивается. То есть Dual Pixel работает на все 100%. И мне это очень нравится. Друзья, ну это была предварительная, скажем так, распаковка новой камеры Canon M50. Задавайте свои вопросы по данному девайсу. С удовольствием на них отвечу, друзья. Ну а я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Всех обнял.